не учился? Все мозги унаследовал твой отец, но я сваливался ему как снег. Илье. Я сказал ему, что работаю в Бостоне, но буду навещать тебя. Ну, понял. Так, что за работа? Что мне надо на пару дней залечь на дно. Ум, склонность к некрофилии. Достаточно, чтобы почувствовать напряжение между вами. Ничего себе! Серьезно, такой заряд, что им можно казнить. Бедняга отправится домой в мешке для трупа. Они практически дети Юджина. Это значит, не ешь их. Знаешь, когда ты смотришь на меня с этой смертельной укоризной, ты напоминаешь свою мать. Ольга была концертирующей пианисткой, пока однажды вечером не обратилась посреди соната Шопена. Я где угодно узнаю стук. Ты же не злишься все еще из-за дела в Каламазу? Это не моя вина. Ты сказал, что сможешь взломать сейф за 30 секунд. У тебя руки-крюки. Хватит. Живешь по своим правилам, делаешь, что хочешь. Посмотри. Моя первая лоботомия. Но лоботомия — это как тату, на одной не остановиться. Правда. Ты же знаешь, я люблю путешествовать инкогнито. Ты меня слушаешь? Ты объясняешь на тайные сеансы. Кажется, парень за барной стойкой меня засек. Он идет сюда. Сделаю румынский удушающий захват. Прикрой меня. Спокойно. И наполни, пожалуйста, это. Ну уже вещь. Номер Wednesday.